Папа, Поль Погба. Итак, вот, пожалуйста. Этого молодого человека. Равель Моррисон появляется на поле. 18-летний полузащитник. Учителем физкультуры. Фамил. Моррисон. В атаке Кин. Снова Моррисон. Опять Равель с мячом. Ускользнулся, но мяч удержал. В ногах. Моррисон. Равель Моррисон опять в подкате. За эти минуты он больше впечатления произвел, чем Погба. И опять мяч, территория. Результат все в пользу Манчестер Юнайтед. Я думаю, в любом случае Олдершот будет счастлив. Главный тренер, кстати, мог бы на один день просто умереть. Равель Моррисон. Клуб был дорог. Люди, которые болели мяч. Моррисон! И... деньги подыскали футболисту, потому что там, насколько я помню, эту ситуацию всего лишь и дошел до Лиги Второй. И не скрываю, что сейчас главная задача у этой команды остаться. Остаться там. Моррисон. Видич. Моррисон, Погба. Хотели до Джонса мяч довели. Вот видите, на атаках меняется. Бербат вообще всех разогнал. Моррисон. Здесь напряженка не удается создать игрокам Олдершота. Равель Моррисон. Погба. Разыграли? Точно. Моррисон. Передача на Фабио. Это устроила молодежь, да? Теперь Моррисону надо исправляться. Подача. Эх, и тут никак. Пак. Моррисон, Погба. Бербатов. Моррисон должно быть много сил. Ну и продолжать преследовать. Справа Майкл Оуэн. Делает передачу Равелю Моррисону. Пак. И приводит сразу двух защитников к нему. Пак. Могли и больше забить. Могли и другие отличиться. Олдершот, я имею в виду. Блокируется удар. Казанский. Завтра не пропустите очередную трансляцию 4-го раунда. Верхэмптон и Александр Швилагин.